Всем привет, дорогие зрители. Давно хотели выложить свою стройку, да все не решались. Откладывали на потом. Но когда видео отчетов накопилось много, решили создать канал «Не строители». И вот на ваше зрительское судейство мы начинаем выкладывать наши строительные будни. Началось наше строительство в далеком 2018 году. Так как мы не строители, пришлось нанять по объявлению двух молодых парней, которые на тот момент много говорили о своем профессионализме, а на деле все получилось наоборот. Много было неровностей, из-за чего нам приходилось долго выравнивать первый ряд и вдобавок ко всему фундамент дал усадку. Это нас и подтолкнуло на мысль строить дом своими руками. Пусть и медленно, но для себя. К сожалению, видеозаписи на начальном этапе стройки не сохранились из-за повреждения съемного носителя, где хранились все наши видосики с 2017 по 2018 года. Именно разметка участка, разметка фундамента, строительство самого фундамента и кладка первого ряда. Очень обидно. Что-то, конечно, удалось восстановить, но это маленькая капля из того, что было. Брат, Ваня, машину, блин, давай как-то прятать. Как тебе спрятать? Пипец. Класс! Молодец! Собственно, вот так. Мам, дай мне снег. По вашей ручке лежит. Давай, гони. За тирсы у Ваньки раздули глаза. Раздуло глаза конкретно из-за вот этого тирсы. Аллергия какая-то началась. Мне кажется, у меня аллергия на работу просто. Да, идет видео. Ветром сдуло. Нормально, ничего не прибилось. Вот оно, последствия урагана. Он нас тоже не обошел стороной. Вот это да, да. Главное здоровье. Вот, стройка у нас продолжается. Мы не отчаиваемся. Так аккуратненько все у нас получается. О, красиво. Работники приехали. Выгружаемся. Начнет кипеть. Ничего, в принципе, сложного. С таким может справиться каждый. Да, у нас верьте в себя. Я сейчас обращаюсь к мужской половине. Когда вы выбираете себе жену, идите, чтобы жена была молодой, красивой, сильной. Оба, чтобы могла вам помогать, когда вы строите дом. Вот так вот. Вот моя женушка, молодчиночка такая. Ты сейчас себя смотришь, тебе уже много лет. Сколько? Ну, больше 20, наверное. Кушаем шаурму с зелеными мухами. Привет, Богдан. Привет, Леня. Ты машину купил? А на чем я ездить буду? Да, ты ее мне подарила. Привет, Ванька. Че там? Как там? Как там? Спина болит, шея болит. Каркас снял или нет? Дом уже построил. Расскажи, какой он. Крышу сделал? Ты подмышники снял? Расскажи, какая там крыша классная получилась? Построить свой дом непросто, но это выполнимо. И оно того стоит. Чувство гордости и благодарности, которое вы испытываете после того, как посвятили свою жизнь созданию дома для своей семьи, неизмеримо. Друзья, подписывайтесь на наш новый канал «Не строители». Думаю, будет очень интересно. Приятного просмотра.